Здравствуйте, друзья. Небольшой эпиграф к этому материалу. Очень часто, буквально вчера, позавчера я видел в сообщениях, ВКонтакте, в комментариях вопросы типа таких. А можно ли мне сделать вот это? А можно ли мне там пожаловаться на вот то? Друзья, я изо всех сил кричу, еще и рупор эксплуатирую. Хватит себя чувствовать членом стада. Хватит спрашивать разрешения у тех, кто обязан вас обслуживать. Я имею в виду чиновников, представителей власти, представителей крупного и среднего бизнеса. Хватит. Мы граждане, мы в России живем, мы имеем право делать то, что нам хочется делать. А они должны подстраиваться под нас. Почему происходит наоборот? Почему они творят все, что хотят с нами, с теми, точнее, кто это позволяет им делать, и не спрашивают разрешения? Вот прямой пример, да, пугать тем, что никогда не произойдет, указывать на те события, даже в гипотезе, которые в принципе нереализуемы, а уж тем более употребляя те либо иные нормы законодательства. Вам сейчас явный пример, вот этот диалог, когда взыскатель из Росгосстрахбанка, это, кстати, одна такая особая структура, наподобие Восточного экспресса, они вот русский стандарт, Восточный экспресс, ОТП, Росгосстрах, вот там вот сборище недоумков, и, ну, и в большей части это касается как раз таки вот женских особей. Вот я почему говорю особи, ни в коем случае не пытаюсь оскорбить вообще человечество, просто, ну, вот на такой работе особи работают, их нельзя называть каким-то вот словом человек или там женщина, мужчина, особи. Так вот, это Росгосстрах, ОТП, на мой взгляд, Восточный экспресс на первом месте делит с Росгосстрахом, потому что там действительно невменосы сидят какие-то. И вот 45-я статья, да, о которой она говорит, солидарная ответственность. Многие ведутся на эту уловку, подъедают ее и потом плачут. Отнесут последние деньги в банк, лишь бы не попасть, как они говорят, под статью. Так вот, я не буду ничего цитировать, я всегда вас призываю. Слышали от взыскателя, от коллектора номер какой-то статьи? Тут же после разговора залезли, почитали не заголовок, а внимательно почитали. И вы найдете в 45-й статье, что действительно ее реализовать в формате вот этих кредитных взаимоотношений, ну, проблематично. Так как солидарная ответственность в этом отношении, вот в отношении кредитных обязательств, наступает только в том случае, если действительно будет доказано, что человек, который взял кредит, потратил, ну, допустим, на супруга эти деньги, действительно потратил. Даже если вы скажете, что вы их проиграли в казино или просто потеряли, все, 45-я нереализуема. Почему она вообще в принципе нереализуема? Да потому что юристы понимают, что ну как доказать, что та либо иная сумма была потрачена на человека? Ну не будет же жена брать расписку с мужа, выдавая ему там, допустим, деньги на удочки или там еще на что-то. И этого не происходит в нормальных семьях. Поэтому здесь расчет у них только на незнание и страх. А я вас призываю, друзья, хватит, надо выходить из стада, надо знать цену, либо хотя бы себе ее обозначить и стремиться к этим показателям. Ну а мы с вами давайте послушаем то, что я вам хочу сегодня продемонстрировать, как я взял трубочку и от лица нашего клиента пообщался с одной из особей из Росгосстрахбанка. Я вам звоню с банка Росгосстрах, Павлова Ольга Николаевна. Я с кем общаюсь? Это муж ее. Угу. А с Мариной Владимировной как поговорить можно? Она не желает. Не передала. С причиной, она не желает. Видимо. Нет, вы ее интересы представляете, что ли, или что? Как хотите, но я муж ее, по-моему, это, знаете, это не поверхностное заявление.
нет, а что мне к чему эта информация? Фиг его знает. Не вам звоню, а Марине Владимировне. Вы своем уме, девушка, вы звоните и тут пытаетесь мне выкачивать какую-то информацию, которая мне вообще не интересна. И вам было сказано, что человек с вами не хочет разговаривать, вы тут начинаете пытаться доминировать. Вот именно. То же самое, что хочет, только наоборот. Нет, у нее есть на это право. Вот именно. Вот именно. И это ключевое заявление. У нее есть на это право. Уважаемый. Как это? То есть, хорошо, то раз она с нами общаться не собирается, мы тогда направим выездных специалистов для личных... Слушайте, специалистов. Ну вот, по-моему, 4 недели подряд. Вы далеко где-то? Вы в Антарктиде? Да, оценивать платежеспособность. Есть доказательную базу для этого. Ну давайте, знаете, с чего начнем? Чтобы ваша группа специалистов начала оценивать платежеспособность меня, моей семьи и моей супруги, вам нужно сначала со мной договориться. Не задумывались об этом? Вы супруг, и что? Да. Почему тогда не помогаете в оплате? Это не ваше дело. Супруги своей. Вы решили совершенно по-другому себя вести. Вы задаете вопросы и не даете мне ответить. Вы не даете мне ответить на те вопросы, которые сами же и задаете. Вы ей не помогаете в оплате. Я пытался вам ответить. Вы тараторите одно и то же по листику, не даете мне сказать. Я разговариваю. Тогда замолчите и послушайте собеседника. Ну, давайте говорить уже. Спасибо. Итак, мы приняли решение. Такое решение, которое вам неудобно. Если вас что-то не устраивает, вы можете подавать в суд на мою супругу. Не платить ничего в банк, потому что мы считаем, что мы ничего не должны этому банку. Я сразу же на основании своей гражданской позиции, на основании своего желания, справку нужно вам всем там. Мне плевать, что вы там себе напридумывали. Я работаю там, где работаю. Это не ваше дело. Хорошо. Значит, тогда выездных специалистов направляем не только по адресу регистрации, но и также к вам на работу. Еще раз повторяю, да. Потому что вы несете солидарную ответственность по... Да, на основании какой статьи? И в дальнейшем, раз сама заемщица наша, давайте, Марина Владимировна, не напрягайтесь, не хочет придумывать с нами общаться, тяжело, конечно. Вы будете тогда долги закрывать за нее. На основании чего? Давайте поговорим об этом. Суда будет удерживаться. Знаете, что на основании... 45-я статья Семейного кодекса Российской Федерации. То супруги несут солидарную ответственность. А вы как докажете, что моя супруга взяла деньги и потратила их на меня в том числе? Не возвратила она. А потратила она на меня и на семью в том числе. Как вы это докажете? Это в статье. За меня не нужно радоваться. Вам нужно радоваться за того человека, который вас не позвал на диспансерные... на диспансерное обследование. Еще раз повторяю, только в том случае, если вы докажете, только в том случае, если вы докажете, что моя супруга потратила деньги, в том числе и на меня. Я работаю. Уважаемый, ну рада за вас. Почему вы влезли в фекалии в том плане, что сказали, что солидарная ответственность, и не продолжаете дискуссию на этот счет? А еще раз вопрос вам, потому что вы сказали чепуху. Вы сказали чепуху. В том, что на основании 45-й статьи я не могу ответить, не хочу ответить на ваши вопросы. Потому что мне четко написано, если доказано, что солидарную ответственность. В том случае, если будет доказано, что деньги были потрачены на нужды супруга. Ну что вы мне на это ответите? Банк настроен не серьезно, а банк настроен смешно. Кроме ваших звонков ничего. Нет, надо извиниться.